друзья, с вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю салат из капусты. Маринованная капуста с болгарским перцем получается очень вкусная и ароматная. И приготовить ее совсем быстро. Я подготовила необходимые овощи. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Я буду использовать пол кочана капусты на 1 килограмм. Капусту тонко нашинкуем. Все ингредиенты будем собирать в большой миске или любой емкости. Тонко нарезаем или натираем на крупной терке морковь. Я буду натирать на терке для корейской моркови. Морковку отправляем к капусте. Тоненько нарезаем лук удобным для вас способом. 1-2 штуки будет достаточно. И немного разделываем его руками. И добавляем к капусте и морковке. Нарезаю болгарский перец. У меня один красный, маленький зеленый и половинка желтенького. Можно брать 1-2 штуки по желанию. И добавляю болгарский перец. Нарезаю чеснок. И отправляю к другим ингредиентам. Все ингредиенты между собой перемешиваем прямо рукой. Перетирать не нужно, а просто перемешать, чтобы все ингредиенты распределились равномерно. Если вы будете перетирать, то капуста получится мягкая, а так она получится у нас немного хрустящая. Капуста с хрустинкой у нас будет. Приготовим маринад. Для этого в емкость выливаем 500 мл воды. В воду добавляем 1 столовую ложку соли и 2 столовые ложки сахара. Даже я добавлю 2-3 столовые ложки сахара. Добавляем 80 мл растительного масла. И перец горошком. Можно добавить лавровый листик. Воду со специями отправляем на огонь и доводим до закипания. Маринад закипел, сразу выключаем его. Убираем маринад с огня и добавляем в него 50 мл 9% уксуса. У меня яблочный, можно любой. Немного перемешиваем и заливаем капусту. Хорошо перемешиваем. Сверху устанавливаем груз, ложим вот так, укладываем вот так тарелку и ставим банку с водой или банку с какими-нибудь соленьями. У меня это соленые огурцы. И оставляем салат остыть где-то 3-4 часа. Друзья, капуста у меня простояла 2 часа, пустила сок. Я убираю груз. Сейчас я вам покажу, как капусточка пустила сок. И капусточку буду перекладывать по баночкам. Такой рецепт можно готовить на зиму, только баночки простерилизуйте. У меня получилась вот такая банка и вот такая. Где-то примерно 2 литра, 2 литра 300. И убираю их в холодильник. Вот посмотрите, видно хорошо, очень много маринада еще. Все еще будет у нас продолжать мариноваться в холодильнике. Закрываем баночки, крышечкой. Друзья, капуста у меня простояла в холодильнике целую ночь. Промариновалась, я ее уже попробовала, получилось очень-очень вкусно. Конечно, 3-4 часа этого недостаточно, чтобы капуста хорошо промариновалась. Я рекомендую все-таки, чтобы капусточка простояла одну ночь в холодильнике. Получается она хрустящая, очень вкусная, пропитанная всеми специями. Если рецепт вам понравился, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами!